Скорее. Кисло? Кисло? Пойдем домой. Малышка, зайка моя. Ну, не буду снимать, не буду. Стеснялась камеру, понимает очень камеру. Не могу, наверное, артист. Сегодня я хочу приготовить печенье, которое называется армянская гата. Готовить я его буду впервые. Меня очень заинтересовал рецепт. По итогу у меня все получилось, как ни странно. Начинка у нас будет крошкой, которая будет состоять из муки, сахара и масла. Начинку надо будет разделить на две части, так как у нас тесто тоже разделено на две части. И плюс чуть-чуть оставить для посыпки. Thank you.
Я желаю вам приятного аппетита. Беритесь за любые рецепты, обязательно все получится. Ведь я не повар-кулинар, а всего лишь домашняя хозяйка.